закончили пробел паровым фибропоглощающими материалами. Идет прикатка материала. Уже заканчивает. Проклеили багажник. Арки у нас проклеены усиленным материалом. Наиболее шумные места автомобиля. Все, весь материал предварительно разогревался. И при проклейке все, конечно, прокатывается. Так, теперь у нас закатан багажник. Салон прокатываем. Тоже салон у нас практически готов. Проклеено, прокатываем. И закончили 4 двери. Тоже нанесли, проклеили первый слой вибро. И, конечно, прокатали. Вот так теперь у нас выглядят двери. Уже шум, звук глухой в двери. А будет здесь еще проклеен шумопоглощающий материал. Все, продолжаем работу.